эпизода. Всех приветствую на канале «А кто да мы?». Продолжаем прохождение Resident Evil 4 Remake. Так, погнали, поехали. Мы облажались немножко, да. Купили лазерный прицел за неимоверную сумму камушков. Ну, он не подходит к нашему оружию. Все, что подходит, все мы продали. Ну, ничего страшного, погнали, в общем. Вот сюда нам надо. Вроде как. Сейчас будем отхватывать. Боссов завалили, прошли квесты. Это что такое, блин? Что за тараканы какие-то, блин, летающие? Черт, мать вашу, за ногу. Твари, блять. Не то слово. Не ожидал я такого говна. Ох ты, блин! Снова эти уроды! Черт, блин. Знаете, вот в пятой части есть тараканы страшные, говнюки. А здесь вот какие-то мухи летающие, не знаю, богомолы или что это. Какашки какие-то, блин. Так, давайте мы, наверное, отхилимся. У меня два лечебных спрея. А желтой травы так и нету, блин. Мне бы желтой травы. Так, вот здесь заперто стопудово. Да. Не, вот, кстати, винтовочку это, ну, не, блин, не винтовка, это автомат вообще крутой у нас. Пэмпа. Пэмпа. Неплохо он гасит этих жуков. Я надеюсь, больше их не будет. Это у меня прям... Ой. Меня всего потрясло. От них. Ой, и заряд бодрости. О, да, хорошо. Так, ну давайте тогда пистолетик. Пистолетик в руки. Интересно, а можно вот это вот сломать? Ни хрена себе не пробивается. Ну-ка. О, нифига лечебный спрей. На халяву. То я обычно их покупаю. Торговца. Блин. Сейчас прилетят эти уродцы. Время для трёпки. Так. Что у нас тут? Бумажки какие-то. Хроники изыскания. Исидро. Не знаю. Топку вашей хроники. Так, вот там что-то есть. Наверное, шатающийся светильник. Нет. Или все-таки светильник? Да елки зеленые. Да, блин. Просто я по звуку тоже немножко так определяю уже. О, серебряный жетонец. Так, сейчас жуки, наверное, эти снова будут. Наверное. Угу. Бальный зал. Чувствую, сейчас будет какая-то задница. Как обычно, все тихо, все спокойно. До поры до времени. Хотя по звуку я бы не сказал, что тут прям тихо. Кто-то долбится там. Так.
здесь какая-то гадость стопудово. Ладно, Исидра. Не читали мы твою записку, скорее всего, жаль. Что не прочитали, блин? Ой ты, сволочи какие-то летающие эти уроды, блин. Жуки-тараканы. Что мне делать-то, ёлки зелёные? Меня сейчас сожрут. Их тут целая толпа, блин. Иди. Давайте, давайте, заходите по одному. Я буду принимать. Уроды. Не знаю, они, ну, по-моему, они двери не умеют открывать. Хотя, кто их знает? Масштаб. О, можно увеличить масштаб. Я не хочу увеличивать масштаб. Вот эта тварь. О! Ёлки зелёные. Это что такое, блин? Я даже не боюсь на это смотреть, честно говоря. Сделал голову выстрелить. Падла. Чё, у него один выстрел, они готовы? Да вроде нет, он ещё живой. Ой, куда он полетел? Я вообще жуков не особо люблю. Насекомых. Только божьих коровок. Они хорошие. Давай лети сюда, уродец. Здесь. Ой! Да не так же, блин, не во всю же парю. Блин! Да вот падла! Ты чё, блин? Да это тараканы летающие из пятой части. Не летать здесь умеют. Там они уже деградировали. Там, блин, в принципе, не похоже. Ой! Да ё-мо. Чёрт. Боже, я матерь. Пресвятой. Комар. Блин. Да он один остался. Я боюсь туда сейчас, блин, промахнусь ещё. Потрачу патроны. Вон еще один. Я здесь. Да падла, блин. Да, где, кстати, дезинфекция? Что за хрень у вас тут вообще творится? Уроды. Вот тут уже это, мутировали, блин, комары. Где вы там? Летите сюда. Все патроны истратил на вас, ТМПшный. Думаю, да их там вообще до хрена. На. Все, запахло комарами. Мухами. Тут никого нет. Там еще один. На тебе, падла. Дох. Еще один. Да иди ты в жопу, а. Чё не сдох-то? Блин, чё они так это? Появляются как-то, блин, не знаю, увеличиваются как будто в размерах. Всё? Я надеюсь. Сапфиры. Охренеть. Чё-то мне кажется, что это не всё. И мне не зря не кажется. Потому что звуки неприятные тут остались. И очень... Боюсь теперь этих гадов. Звуки-то остались. Этих мутантов. Да блин, у вас что там? Сейчас меня в жопу ужалит стопудово. Да блин, да где ты там? Я ж тебя слышу. Вылезай давай. Ведь я знаю, что это тут. Либо это просто музыка такая.
атмосферная, блин. Блин, я сейчас обосрусь, наверное. Ладно, погнали, пофиг. Блин, там сверху урод этот летит! На, нож. Нож тебе. Парень. Да блин. Достали, а? Тут еще был один. Где ты? Куда ты убежал? Куда ты улетел? Я знаю, ты тут где-то. Ну черт! Блин. Ладно, побежим так. Ой, елки! Зеленые! Да черт! Да сколько вас, а? Блин, как волки. Ты чё не сдох, а? Там ещё, что ли? Да сколько вас, блин? Затрахали вы меня уже. Где у вас логово, а? Бесят меня уже эти тараканы. Летающие. Да вы, блин, спите тут еще. Отдыхайте. А, полетел. Не полетел. Все, наверное, всех убил. Сейчас разбудим еще всех, блин, тут. Патроны мне верните, блин. Столько патронов на вас потратил. Все, ПМП, блин, это. Так, туда как попасть, интересно. Звуки до сих пор остались. Дебильные. О, зеленая трава. Хотя бы хоть что-то полезное. Граната тяжелая, причем. Не просто обычная граната, а тяжелая. Вот еще идет там, блин. Вот это ты там все время мне звуки подавал, да? По два патрона на каждого жука, блин. Все, последний? Или нет? Не, не последний. Где-то тут еще. Вот он. Или ты которого не добил, может? Ой, блин! Да откуда вы? Да вы за... Да они меня уже достали, а? Это жесть! Да... Блин! Охренеть, да сколько их там? Жуков, блин, летающие преимущественно на открытой местности. А может, и как это можно просто световой гранатой всех мальнуть? Сейчас попробуем, кстати, световой гранатой, если я не сохранился случай. Я же не сохранился. Это вообще какой-то бред. Там их штук, блин, 200, наверное. Летающих говнюков, блин. Так, давай я сейчас всех сразу. На. И так, помирают, нет? Ага, хрена с два помирают. На. Дезинфект. Блин, дезинсекторов позвать сюда надо, блин. Уроды, а. Иди в жопу. Я их сказал, в жопу иди. Еще. Еще. Еще! Да черта, блин. Руки сраные, а. В жопу. Давай. Давай сюда иди. Иди сюда, ползи. Падла. А, тут он. Падлы какие-то, а? Волочи. Вон там еще летает. Ай, это издевательство, а не игра. Блин. Вы чё, вообще что ли, Джо-Джо что ли пересмотрели, ё-моё. Какие-то суперудары делают.
Блин, можно было бы просто тупо гранаты световой их убить, все. Они же из говна какого-то. Обычно такие твари от света просто помирают. Блин, тут винтовка бы не помешала. Ух ты! Минус. И пить, он стреляет по два. Сразу. Ой-ё! Мы осторожны. Ну, вы можете на одном месте летать? На одном месте остановиться и летать. Вот так вот, да. Вот так хорошо. Умница. Ну, блин, не вставать только. Блин. Вами тут обосрешься. Ну давай иди. Да иди ты в сраку. Сдох. Че, не сдох, что ли? Блин, снова вот этот уродец. Ну давай. У вас тут вообще целая орава. Жуков. Вон там летающая тварь. Которая недобитая. Добиваем. Ё-моё. Что-то мне эти звуки вообще не нравятся. Они меня напрягают. Мухоед! Тапка можно добить? На, блин. На. Урод. Говнюк. Мне кажется, это самое страшное вот в игре, это вот эти вот уроды. Летающие. Так, вроде пока. Пока все. Но это не все. Там еще до хрена снизу. Как бы все, но не все. Я просто так потратил эту гранату, блин. Так. А, может нам вообще, знаете, как поступить? Там просто их много, да? В смысле, где их много? Можно. Да. Да нет, это слишком. Я так просто завалю. Хрен с два тебе. Ой! А это что было? Ты что, сзади что ли взорвался или что? Блин! Да черт, да блин, меня же его потрясло. Мое. Да не из... Они оттуда вылетают, уроды, блин. У-у-у! Иди ты в жопу. Да иди ты в сраку! Там что сзади нами. Да сколько вас там? Да нас, ноги еще, падла. Да черт! Сдохни ты, падла. Ой! Я хотел тебя с ноги еще долбануть. Да мы еще? Вот как у меня этот геймпад трясется. Ой, там, наверное, снизу, блин, эти уроды, блин, живут. Жутики какие-то. Жутики? Блин, я слышу этих уродов до сих пор. Где-то тут. Они меня достали. Жук красивый. За жука я отдаю, блин, свою жизнь. Походу, да? Так. Давайте вылечимся. Пистолет наш и все. В этой игре. Ну, сверху сейчас еще будут эти уродцы, да? Жик тут не валил.
Вот, смотрите. Я же говорю. Ты... Черт, блин. Один есть. Ты достал! Стой на месте. Ладно. Видите-ка. Блин. Они взрываются. У-ху! Да сколько вас тут? Стали уже вылезать-то, ё-моё. Так, наконец-то, что-то я нажму. Сейчас там еще 10 штук вылезет. Сейчас открою, там вообще какая-нибудь матка, блин, прибежит. Прилетит, блин. Так, где сохранение? Быстрее сохраняйся, игра, пожалуйста. Я их и так уже завалил миллион. Звуки мне эти вообще не нравятся. С другой стороны, ты их не валил еще. А и с другой там еще до хрена. Блин, мощные гады. Да. Вот это место я, конечно, ну, запомню на всю жизнь, наверное. Так, честно говоря, в оригинале я этого места не помню. Может, оно было? Может, там не такие жутики были? Я уже не помню вообще. Может придумали здесь это место. О! Там этот. Дак наш. Открывайся, дверь, пожалуйста, блин. Спасите, помогите. Я не хочу туда идти, там эти уроды. Стопудово там их много еще. Вон, звуки эти дебильные. Меня сейчас убьют. Как это место проходить? Вот это вот говно ихнее. А, урод. Можно так хвалить, оказывается, еще. Чудо. Блин. Ты откройся хотя бы. Что там такое? Библиотека. Вот оно что. Я надеюсь, сохранилась игра. Вот оно что, Михалыч. Ой, так, там еще какой-то урод был, да? Помните? Не знаю, если тихо. Получится по-тихому перебить этих. Я бы ногой их просто раз и все. Если бы можно было. Вот так вот ногой. Ох ты, блин! Кашец у тебя. Да иди ты в жопу, а! Ты чё? Блин! Ист тут. Блин, ты тут. Еще есть? Давайте все сюда. Какая-то я еще. Патроны не растерял все. Так, вот туда как попасть? А, туда, если я побегу, они сейчас прилетят. Потому что я слышу их. Ладно, была не была. Ползают. Ползают, уроды. Это. Слышу. Или это я бегаю, в смысле? Блин, уроды какие-то, а? Я боюсь туда идти. Сейчас они прибегут. От звуков. Все, вылетят там еще снизу. Так, мне надо вот туда, скорее всего, наверх. Туда я сейчас пойду. И еще 10 штук вылезет. Вообще, как бы можно было бы. Вот так, тихо. Я не знаю, получится, не получится. Надеюсь, что получится. Хотя чувствую я, что ни хрена не получится. Сейчас меня в жопу как ужалит. Падла это.
Она тут бегает. Вот эта тварина. А я не попаду, наверное. Вот это не говно ихнее тут, слушай. Так, сзади нет. Блин. Громко. Так, смотрим. Вот жук. Я тебя падла, блин. Тихо. Блин, да они так это умирают, блин. Он там еще сзади вроде как спрятался. Вот это жук. Кол ему сразу. Так, троих мы вообще, четверых, что ли, завалили так потихой. Вроде звуков уже нету. Хотя... Хотя вот там вот что-то есть. О! Полетел! Полетел где-то, полетел. Побежал. Иди сюда. Хороший мой. Следующий патронов хватит на всех. Я знаю, у вас больше... Больше моих патронов точно у вас не будет. Я уже убил и так это целую. Раву. Звуки какие-то не очень хорошие. Блин. Страшно. Вот вылезли. Да. Да на, урод, блин, сраный. Да, блин, на этого не потратил патрон, но зато на этого 4, блин. Уроды. Еще один. Или что? А не, вроде все, тихо. Даже музыка пропала. А, это звуки мое снаряжение. Вроде все. Не будь так уверен. Да? Да нахрен мне ваша красная трава, где желтая трава? Зачем продавать красный кейс с красной травой, если ты ее дофига здесь? Желтая трава нужна. Продайте мне желтый кейс. Желтой травой мне нужен кейс. Сейчас матка, блин, прилетит стопудово. А где мои дети? И меня, блин, сжарят за жопу. Блин. Задницу. Стопудово. Так все и будет. Так. Задницу жалит, падла. А это что такое? Вот сокровище с дополненной картой какой-то. Я, наверное, его уже видел. Там нужен ключик. Блин, я надеюсь, это последний, блин. Твари. Охренеть. Полчаса на этих уродов потратил. Блин. Знаю, кто считал, напишите в комментариях, сколько этих говнюков я завалил. Ну, штук 30, наверное, это минимум. Там, наверное, даже больше будет. Сейчас повлезают. Падлы, блин. Так, а здесь-то откроется, не? Почему? Ой. Не просто так. Пушку достал, не просто так, Леон. Чувствую задницей, что что-то здесь не так. Так, сейчас сюда перейдем, чтобы сохранилось, может быть, там сохранится, не знаю. Вроде не сохраняется ничего. Плохо. Плохо. Очень плохо. Вон там что-то, кстати, есть. Ага, сейчас вылезет урод какой-нибудь. Патроны для пистолета, это хорошо. Зеленая трава, я, кстати, блин, забыл взять. Угу. Тут что за уродство? И тут что-то. Ручная граната. Так, стоп. А где большая граната? Была же большая граната какая-то. Не ручная. А, так, у нас уже три таких.
От экстракта. Им желтые три травы надо. Трынь трава. Где трынь трава? Ладно, вроде чисто тут. Очистили от уродов. Вон там что-то есть. Висит где-то. Где-то, блин. Слышите? Шатается где-то там эта хрень. Так, ладно, возьмем арбалетик. Если что, нас сейчас это грохнут. Там где-то, блин. Не вижу. Где-то вот тут. Где? Ты где? Блин. Да он где-то тут. Шатун где? Где этот Шатунов? Блин. Вот он тут где-то. Это что такое? Надо мной. Так, нет. Здесь тут обойти. Блин, здесь не обойти. А, вот, блин, я тащу что-то наверху. А, блин! Ой, я забрал, что ли? Ого, я мину забрал, круто. Она сдетонировала даже. Так можно было? Нифига. Нифига себе. Я думаю, сейчас полетят эти черти снова. Сохранение. Так, это этот старый мудак. О, мистер Кеннеди, рыцарь из тебя так себе. Че? Твоя принцесса оказалась весьма упорной. Должен сказать, она доставила немало хлопот. Где твои твари летающие? Да блин, что звуки такие, как будто бы эти уроды тут. Мне что теперь кажется теперь постоянно? Они вылезли где-то. Поищу способ опустить мост. Как опустить мост? Интересно, какой здесь способ? Выстрелить, наверное, куда-нибудь? Вот. Че, будем патрон тратить? Или стрелу? Ну, давайте патрон. Туизи. Сейчас на голову, блин. Так. Что это было? Там еще где-то. Ай, не хватило. Это точно на голову что-нибудь упадет. Так, а где еще эта главная штука? Ну, что-то как-то способ не сработал вообще. Может, отсюда? А, во. Кто так придумал вообще бред какой-то? Зачем так делать вообще? О, Курадлоу. Два берсерка и какие-то твари. Зашибись. Интересно, они это? Да ё-моё, еще и промахнулся. Бурадлоу. Блин, падла. На... Ой, ты, блин. Не хватало нам от тебя. Моей судьбы. Ты, иди ты в жопу, а. Коса. О-о-о! Там эти, блин, берсерки, что ли, вылезли?
или что? Не, ничего не вылезло. Их там с револьвера надо активировать просто и все. Наверное. У меня стрела. Две стрелы? Ой, ой, ой. Что-то звуки такие вообще. Глория джинс. Реклама. Глория джинс. Да иди ты! Да стали на меня бежать, чеш. На всех меня не хватит. Ух ты. Зря ты так. Да, блин! Да ты-то откуда? Да на тебе тоже по лицу. О, все. Нет, давайте по-другому как-то надо делать. Ну, надо сейчас пистолет возьмем, пофиг. Мне как бы... Взорвем, но... Интересно, можно их сразу активировать просто тупо? Теперь их двое. Так. Иди сюда, урод. Вон, всех там убивает. Вообще всех просто гасит. Всех этих говнюков. Да иди ты! Ой, ёлки зелёные. Так. Ух ты, ёлки зимоталки. Там же там... Моей судьбы. Они что, друг с другом дерутся или что? На, между ног. Тебе мину. Они все слышат. Ах ты. Крася. Тут есть какие-нибудь, не знаю, ловушки, что ли? Ох ты, блин. Ай, там надо это, стрелять, короче, куда-то в жопу. Вот, туда, назад. Ох ты. Я чуть не уклонился. Ай, ты-то отвали вообще, мудак. Тебя тут еще не хватало. Да убейте вы этих уродов каких-то. Призвонов. Ух ты! Карманный нож. Кстати, карманный нож. Черт. Минус башка. Как я их убивал-то? Там сзади у них эта штука, надо к револьверам разочек попасть и все. Или два раза, не помню. Ладно, сейчас еще разок. Сейчас будем стрелять мы в них. На тебе ногу. Не знаю, взорвется, не взорвется. Глория. 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 Там какая-то Глория. Глория. Ты моя там Глория. Ой, ничего там друг с другом что-то махают. А у меня световые гранаты, кстати, у нее есть. Черт! Ё-моё. Я здесь! Эй, уроды! Я здесь! Давайте все в кучу! О, здорово! Я тебя ждал. Сейчас меня убьют. Глория! Глория! Иди в жопу. Так. Да иди ты, поклонники меня не интересуют вообще.
не вовремя. Поклонница тем более. Я ли он? Я ли он? На, Дон Дигидон. Ой, ёк! Моталки. Ну вот, минус один. О! Ну, грохнули. Блин, да давай, давай, давай их всех там. Решай, друзей своих. Я тих. Повернись ко мне. Знаете? Есть. Ёлки-моталки. Так, бежим, короче. За мной побежит пара. Да сколько вас тут, пад? У-ху! Так. Ловите, короче, гранату. Моей судьбы! Да блин, вот эти звуки меня еще не радуют. Я здесь, я тут. Вот, да, лови меня там. Патронов мало. Отцепись, падла. Короче, знаете, что сделать? Если меня не убьют... А, у меня нет, блин. Или не есть мина. Нате, говно. Ой. Что-то еще повлезали. Да иди ты! Раку. Так, сейчас мы... Да на, блин. Вместе с этим ублюдком. Да сколько вас тут? Да здесь я, здесь. Монтана, да. Вот этот звук. У-ху-ху! Да я здесь. Да, вот, это я. Убивай. Что, ты спас человечество. Говнюков. Во-во-во. Молодца. У-ху-ху! Где мои световые гранаты? Ой, ты что так быстро бегаешь? Охренеть вас, сколько здесь повылезало. Где этот дебилоид? Исчезни, дебилоид. На. Меня сейчас сожрут, блин. Блин. Скей. Иди ты в жопу. Так, у нас есть еще световые? Так, блин, ни хрена нету. Давай, граната. Где мой револьвер мой? Повернись, урод! Да ты задрал уже, блин, да сдохни! Да чё в него не попасть-то? Да уйди ты, блин! Да иди ты в жопу, блин, да сколько вас тут, а? Да давай! Затрахали уже, а? Реально. Давай там всех порешать. Ты чё там? Да давай эту червячину вали. Молодец. Молодца. Взял червяка, завалил этого. Гнусно. А у меня уже это, кстати. А не, он не завалил червяка. Я его завалил. Ой! Ой. Вот как попасть-то, блин?
где мой револьвер? Тварина, блин, сраная. Дох. Видите, я просто, блин, стрелял не туда еще. Промахивался, блин. Рог единорога. А тут что? Тоже рог единорога. Ужас вообще какой-то, а. Только этих монстров тут всяких, блин. Зомби, не зомби. Червяки, блин, эти. Жимы. Так, надо патронов наделать еще. Можно было с него пострелять. Блин, жесть какая-то. Так, что у нас там есть? Патроны. Он для револьвера может сделать. 17 пороха. Можно, кстати, сделать одни для револьвера. Сделать патроны для прикрепляемой мины сделать. И все, да? А где у меня еще материалы? Да, это что? Что? Ой, сколько у меня, кстати, ножей. Ладно, найдем еще какие-нибудь штучки, трючки. О, круто. Ладно, собираем тут всякого хлама. Пороха очень много, на самом деле. На тебе рог. Кому еще рог? Тебе тоже надо рог? На, рог. Тебе рог, тебе рог. И вот все. Сейчас вылезет главный берсерк. Какой-нибудь. Надо ударить. Не? А, нифига, тут можно было их, наверное, это. Можно было стрелять в колокол, типа. О, я как обычно, короче. Не разобрался, блин. Тактики. Надо было в колокол просто стрелять. Они бы, типа, с ума сходили. И потом в саде. Бамс. Вроде это место было в оригинале. Да, я точно помню. Вот про жуков этих летающих что-то я вообще не помню, честно. Хотя, может, они тоже были. Так, больше стрел. Я думал, стрелы надо делать. Нифига. У меня стрел нормально тут. Патронов вообще уже ни хрена нету. Истратил на этих гадов. Вроде все, да, обошли тут. Все, валим, короче, отсюда. Блин. Так, ну все, там сейчас, наверное, бой будет с этим уродом главным, наверное. Путово. Да? Ой, что там с ней делают? Давайте посмотрим. С время еще есть? О, сейчас все тут это. Голову отрубят, наверное. Там дед этот. О! Так, это дед, что ли? Ой, это как берсерки, что ли, типа? А, не. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Что делать будет? А, ей надо выпить, типа, эту жижу. У. Червяка там это активировали. Может, не деда завалить? Блин. У него бы, блин, все прожгло руки. О. Вот это я помню, кстати. Что-то такое было. И что делать теперь? Ошибись. Снова в какой-то фигне. Нормально, она там уже должна это. Я иду к тебе. Да уже который раз к нему, к ней идем. Сотый, наверное. Я к тебе иду. А потом снова приду, а потом снова приду. Я всегда буду каждый раз обещать, что я приду к тебе.
Блин, тут что за мрази будут вылезать? Интересно. Короче, меня это без патронов спустил дух. Закинули в какую-то хрень. Ёлки зеленые. Тут тоже берсерки, наверное, живут. Да зачем мне эта зеленая трава? Дайте мне желтую. Где желтая трава? Куда мне столько зеленой травы? Вообще охренеть, да? В каком-то колодце, блин, зеленая трава. В горшочке еще. Удачно приземлился. Сейчас это живет. Стопудово. Хотя не, там уже все, кости они. Блин, тут берсерки, наверное, тоже живут. Сумасшедшие вот эти, которые. Что тут? Какие-то черепа. Ну, что тут есть интересного? Блин, у меня этот еще. Что это? Бронежилет. Да берсерки это. Наверное. Я уже двоих завалил, сейчас еще один будет. Кто, блин? Туда проползти, что там? А, там эти жуки, что ли? Там матка жуков. Стопудово, наверное. Так. А что сзади было? Там ничего не... Я видел зеленые глаза. Так-то. Я могу обратно вернуться? Не могу обратно вернуться. Я, может, там что-то пропустил. Ошибись. Да что за издевательство? Да ё-моё. Где ты? Да вы достали со своими жуками уже. Сколько можно? Сколько можно издеваться? Так. Нормально, у меня что, все спреи закончились? Ладно, давайте тут траву. Ошибись. Когда это я успел со спреем? А, блин! И? Да блин, снова эти уроды, наверное, ползучие. Жуки, наверное, жуки тут. Блин, да ё-моё. Сколько можно издеваться? Сюда сходить. О, тут что-то. Что-то тут есть, да? Кто-то тут что-то есть. Иди ты. Сдох. Вот. А то. Порох. Зеленоглазое такси. Блин, да я боюсь. Я боюсь туда идти. Зеленоглазое такси. Блин! Вот урод.
Все, попал? Два раза? Или нет? Один раз попал. Зеленоглазое такси. Не лечиться нечем уже. Там что? Притормози! Блин, притормози. Вот за издевательство. Не знаю, зачем я туда вообще пошел. Так, все слепые не отличаются от своих чужих. Видите? Блин, а... Зеленоглазое такси. Ты там меня при... Блядь. О. Иди сюда, падла. А что, в голову попал, что ли? Охренеть. Вот это да. У нас тут какие-то патрончики. Зеленоглазое такси. Притормози, притормози. Отвези меня туда. О, желтая трава. О, кстати, блин, охота на рыб. Окунь. Кунёчек. Это хорошо, вот это полезно. Так. Где-то здесь зеленоглазое такси тоже. Помните? Вот он. Ну, урод, блин. Честно, сдох. Тут еще рыбка плавает вместе с этими жуками, блин. Большая рыба. Блин, да я ни хрена не вижу. Черный окунь. Револьвер. Патрон сюда вставляй. Ты отвези меня туда. Оп. Так, что записи пленника. Ой, мне кажется, что ему просто не повезло. О, корона, это вообще шикарно. Самое дорогое. По-моему, что-то вообще есть. Да, тут просто с ноги. Я там разбудил всех мертвецов. Да, блин, наконец-то трава желтая. Ура. Ой, чё я сделал, блин. Делаем так. Я не туда нажал. Поэтому будем еще раз проходить зеленоглазое такси. Простите меня. Зато мы знаем, где тут это такси. Ну, хотя бы знаем, где. Зеленоглазое такси. Интересно, а здесь еще рыба есть вообще? Просто я взял случайно и истратил. То, что не надо было тратить. Где моя рыбина? Тут еще зеленоглазые. Такси. Туизи.
Так, а теперь мы охотимся на рыб. Где мой фонарик? Где рыба здесь, блин, плавала? Рыбка, рыбка. Ловись, рыбка большая. Где моя рыба? Сейчас я наткнусь на какого-нибудь говнюка. Ой. Черный окунь, так. Да хорошо. Еще окунек был. Окунек был где-то. Я же говорю, сейчас я нарвусь на такого окунька зеленоглазого. Я пожалею, что загружался. Где еще рыба? Да ли хрен с этой рыбой, может? Тут я боюсь что-то. Баюн. Кот Баюн. Ой. Нам. Что, нету рыбы? Что, мы остались без рыбешки. Ну, хотя бы черный окунь. Тоже неплохо. Где-то тут рыба была, блин, еще обычная. А, ну пофиг. Так. Снова записки. Корона. Писка. Ну, просто реально не туда нажал. Я не хочу просто тратить это. Так, оп. Создать вот. Теперь можно и использовать, пофиг. У нас почти фул хп. Я говорю, еще парочку таких используем, уже будет фул. У нас как раз все подготовлено, приготовлено. Все, поехали, короче. Там сейчас ждут нас друзья. Летающие, наверное, твари. Блин, бабочки какие-то. Это что было такое? Что ж такое? Блин, тут какие-то твари, наверное, живут. Интересно, если с арбалета их валить? Не, можно, конечно, с револьвера. С одного выстрела, но слишком дорого будет как-то. Блин, эти звуки вообще не нравятся. Так, ну там вроде ничего нет, да? Будет полная жопенция. Вот что это там такое? Пробуй отличит. А? Крысы. Я убил крысу? Сейчас такая крыса тут вылезет. Я просто охренею. Вот что там такое? Бочка? Или не бочка? Это что такое? Это банка какая-то, блин. Думал, какая-то световая граната. А! Вот она что. Нечего бояться вообще. Еще одна красная трава. Чем? Зачем мне столько красной травы? Дайте мне желтую еще одну. Две. Две желтые, пожалуйста. Не жуков, а траву. Жуков мне не надо. Жуков мне хватило. Ё-моё. А, там купец. Торговец. Ура. Слышите звуки? Ну, по звукам. Тут есть какая-то штучка. Вот где она? Весюлька. А, вот тут. Вот она. Красный бриллиант. Брюлик. Ой, ты, блин! Красные брюлики. Что, пытались меня напугать? Напугали, да. Меня напугать... Да вообще легко. Так. Блин. А где тут что? Тут какая-то приколюха должна быть.
Еще одна? Да вы чё? Финель. Так. Ну, давай. Привет. Что могу придумать? Не, давай мы сначала что-нибудь сделаем. Так, давайте. Нет, давайте с зелеными. Зеленый. Синий. Зеленый. Синий. И зеленый. Это, кстати, как-то дешево вышло. Но зато бонус, смотрите, какой. Зато за бонус мы получим. Нормально. Так, здесь у нас три. Желтые три. Да. По 7000, нормально. И еще. Так, кого мы жука не... Нет, жука нельзя. Так, ну мы на обновку, да, тут мы собирали, наверное, да? Жук. Вот это вот все, если... На обновку. Я щедро заплачу тебе за это. Чё, тебе купить можно? Тяжелая граната, вот. Что ж, удачи тебе. Боевик хороший, видишь. 9. С высоким разбросом дроби. Вот, кстати, я бы захотел бы себе... Прицел, лазерный прицел. Каратель, страж. Прицел. На дробовик прицел не нужен, да? На дробовик не нужен прицел. Угу. Спасибо. Так, боевик. Это снайперский. 3.30. У меня все товары высшего качества, уверяю. Да я понял. Ты сможешь быстро запускать опасные фейерверки. Да. Забирай. Лечить боезапас 2 раза. Ну, в принципе, вот почему бы и нет? Чужак. Почему бы и нет? Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Боезапас, перезарядка. Думаю, наверное... У тебя боезапас, наверное. Будь друг, мы начинаем перезарядку. Разбираться в твоих вкусах. Что у нас тут еще есть? Сила. Арбалета. Твое оружие в надежных. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь. Ты только там не убейся. Так. Знаете что? Давайте мы вот это вот пока уберем с прицела. Только что... походить с дробовиком. Попробовать, по крайней мере. И сохранимся. Что, дробовик-то он вообще клёвый. Не? Ну, не знаю, вдруг он что-то пригодится как раз. Ну, чувствую, сейчас какая-нибудь задница, блин, будет. Боезапас, блин. Сидра снова. Установка системы распыления жидкого азота. Черт! Что-то нас там ждет полная жопа. Так, мы забыли, да? Так, а я, кстати, тоже кое-что забыл. Нам надо обратно вернуться и попрощаться. Давайте, всем пока, всем удачи. Встретимся в следующей серии. Удачи. Оттуда не болейте, все. Пушки не игрушки.